Чтобы опростоволоситься в матче с любителями, экс-профессионалам нужно очень постараться. Котировки букмекеров достоверно неизвестны, но фаворит очевиден. Уж больно грозно выглядит ростер драконов, за которых заявлены многократные чемпионы Беларуси Ростислав Вергун, Алексей Пынтиков, Владимир Шарко, Георгий Кондрусевич. В конце концов, действующий игрок Алексей Лашкевич. Этим исполнителям комбинации учить не обязательно. Командная химия появится прямо по ходу игры. Драконы настолько уверены в своих силах, что их тренировки проходят в усеченном составе и без главного тренера Александра Борисова. На это и не было, на прошлой неделе тут был, даже делил нас на команды, руководил. Мы тут бегали до закатывания глазок. Тренировочная двухсторонка проходит в высоком темпе с большим количеством заслонов и скрытых передач. Впечатляет и процент попаданий из-за дуги. Мы знаем, кто на что способен в нашей команде. Будем использовать эти сильные стороны, ну и стараться не ударить в грязь лицом, потому что навыки остались, но, честно говоря, для болельщиков это же необходимо еще сделать красиво все. Будем стараться. Капитан, я так думаю, Юрий Иванович Акола, лидер Ростислав Николаевич Вергун. Так что что-то есть. У нас все получается, двигаем мяч, бежим. Если тут у вас защита, возвращаемся, там уже возможности. Остается напомнить, что сам матч состоится на Falcon Club Arena 9 сентября. Зрителей ждет развлекательная программа, конкурсы, неожиданные выступления и сюрпризы. Вход на арену свободный, а начало запланировано на 15 часов. Ну, конечно, мы хотим привлечь внимание к этой прекрасной игре, к баскетболу. Вообще очень приятно, что людям разных профессий, людям достаточно знаменитым, известным и в городе, и в стране, интересен баскетбол, они с удовольствием оденут форму и выйдут на площадку. Леонид Ликаревич, Михаил Клещенко, Спортцентр.